Товарищ Абакумов. Здравствуй, дорогой. Рад слышать тебя в добром здравии. Да, о твоих успехах уже все знают. Очередную награду жди. Да, молодец, молодец. Слушай, дорогой, вот что хотел тебя спросить. Что там твои бандиты с Василием Сталиным натворили, а? Арестовать пришлось, а? Понимаю, да. Слушай, они хотя бы соображали, кого они арестовывают? Соображали, да? Выпустили уже? Извинились даже? Молодцы. А ты, кстати, извинился, нет? Нет? А почему ты не извинился, дорогой мой? Или тебе, комиссару госбезопасности третьего ранга, нельзя извиниться перед полковником? А субординация не позволяет, да? Я тебе, мразь, лично морду разобью!